Краткий обзор и дата выхода 16 серии сериала «Горячая точка». Ночью Жеке звонит Татьяна и просит приехать. Она, отбиваясь, ударила Фрязина по голове, и тот без сознания валяется в ее квартире. Они вызывают милицию. Фрязина забирает в отделение. Жека проводит ночь у Татьяны. На следующий день Жека выслеживает Фрязина и убивает его. Реброву с помощником отзывает из города. Их переводят в другое место. Выясняется, что Саша человек Эдика Хасанова. Эдик убивает Бека, который собирается выстрелить Сашу. Жека уезжает в Москву с матерью на операцию.